19 января православные отметили один из главных христианских праздников – Крещение Господне. В этот день по всей Кубани прошла краевая молодежная акция, посвященная празднику Богоявления. В один из самых светлых праздников православия – Крещение Господне. Управлением по делам молодежи совместно с Центром патриотического воспитания имени Геннадия Трошева была проведена акция по доставке святой воды на дом людям с ограниченными физическими возможностями здоровья. За месяц до праздника каждый, кто не может самостоятельно посетить храм в день крещения, но желает получить святую воду, мог подать заявку через Управление социальной защиты населения. Показалось, что очень благородное дело. Почему бы, ну, мне вот казалось, когда из личного опыта однажды я заболел и не мог сам попасть в храм, я подумал, почему бы теперь мне не помочь другим, вот, не провести им такой святой воды в этот праздник. Освящалась вода для акции в Свято-Успенском храме. Это один из самых таких главных праздников, и его особо почитают на Руси. Потому что все люди кропят эту водичку, потом весь год ее потребляют. Людмила Ломакина – инвалид. Состояние здоровья не позволило ей самой прийти на службу. Но благодаря молодежной акции Людмила смогла приобщиться к святому празднику. Это очень доброе дело. Я очень рада, что нам таким людям внимание уделяют. Я очень рада. Даже слезы потекли. Спасибо. Крещенскую воду на дом в рамках акции, проводимой молодежью района, получили 10 славянцев. Надежда Калинина, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».